каким только хитростям не прибегают мошенники, чтобы присвоить чужие деньги. Приходят в дома под видом сотрудников различных организаций или с предложением что-либо выгодно приобрести. Кто-то даже играет роль экстрасенса. Гражданам поступают телефонные звонки с просьбами о помощи или требованиями погашения задолженностей, обманные рассылки с просьбами о финансовой помощи в трудной ситуации. Именно с таким видом мошенничества пришлось столкнуться жительнице Одинцова. В подробностях черепно-мозговая травма, открытие, сколько денег нужно и карта, на которую перечислить деньги. Полицейские просят, будьте бдительны. Вести разъяснительную работу им помогают молодые парламентарии. Чтобы обезопасить жителей Одинцова, члены молодежного парламента совместно с отделом полиции провели рейд «Осторожно, мошенники». Хотим провести и донести вот такую брошюру, вот такую информацию для людей, чтобы они знали, какие больше всего распространены виды мошенничества у нас в Одинцовском городском округе. Чтобы не попасться на удочку предприимчивых обманщиков, постарайтесь соблюдать простые правила. Не открывайте двери и не переводите деньги незнакомым лицам. Обо всех подозрительных ситуациях сообщайте в дежурную часть по телефонам 02 или 112. Елена Морозова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».